Переходим в наш личный кабинет и давайте посмотрим, что же у нас есть в личном кабинете. Я нахожусь в кабинете инвестора. Значит, общая информация. Здесь вы можете видеть общую сводку, то есть платежные системы, которые сегодня подключены. Это Perfect Money, Bitcoin, Payeer. Это те платежки, с которыми вы можете абсолютно свободно работать в рамках данного проекта. Количество проектов, размещенных на данной платформе, количество инвесторов, инвестиции в центре, то есть это количество вкладов на сегодняшний день, их 430. Далее идут статистика проекта, то есть сколько заявок на ввод, на вывод, сумма на вывод, инвестировано. Переходим во вкладку «Профиль клиента». Здесь вы можете посмотреть более подробную информацию о вашем профиле, ваш e-mail, имя, телефон и так далее. Безопасность. Здесь есть несколько уровней безопасности. Значит, в первой вкладке вы можете изменить свой пароль на новый доверенный IP. Здесь вы можете добавить те IP-адреса, с которых вы будете входить в данный кабинет. Если у вас, к примеру, статический IP-адрес, то вы можете их добавить вот сюда. И доступ в кабинет будет разрешен только тем людям, которые будут заходить с данных IP-адресов. Далее, третья вкладка – это SMS-защита. Вы можете установить ее при необходимости. Кодовая карта – это также дополнительный уровень безопасности входа в ваш личный кабинет. Также вы можете настроить данную функцию, если в этом есть необходимость. Таким образом, мы видим тут три уровня безопасности – доверенный IP, SMS-защита и кодовая карта, что очень и очень даже положительно влияет на безопасность данного проекта, так как три уровня безопасности есть абсолютно не в каждом проекте. Переходим во вкладку «Счет клиента», и мы видим, здесь у нас выпадает целый список вкладок и функций счета клиента. Текущий баланс. Здесь вы можете увидеть ваш текущий баланс на всех трех платежных системах, которые сегодня подключены к данному сервису. История операций, заявки на ввод и на вывод, ввод средств, пополнение при помощи Perfect Money, Payeer и Bitcoin, вывод средств. На данный момент пока невозможен, так как у меня баланс еще не пополнен. Перевод средств. Здесь вы можете перевести деньги другому участнику данной системы, всего лишь введя счет получателя. Вводите здесь счет получателя, нажимаете кнопку «Далее» и затем переводите деньги из своего личного кабинета в личный кабинет другого участника. Обмен валют. Здесь вы можете обменять валюту с одной платежной системы на другую. В левой части экрана представлены резервы той или иной платежной системы, а в правой части курсы обмена с одной платежной системы на другую. Переходим во вкладку «Инвестиции». Здесь мы видим также целый выпадающий список возможностей для инвестиций. Первая вкладка – это «Новая инвестиция». Здесь перед нами открывается перечень проектов, доступных для инвестирования. Вкладка «Хайп». Видим три хайп-проекта, добавленных на сегодняшний день. Переходим во вкладку «Доверительное управление». Здесь мы видим один проект, доли интернет-бизнесов также один проект. По каждому проекту основная информация расположена в данной главной панели, а более подробную информацию вы можете прочитать, нажав на ссылку «Информация». Нажимаете на эту ссылку, и здесь открывается более подробная и детальная информация по каждому проекту. В основной панели у вас расположена самая главная информация по данному проекту, а именно ссылка на веб-сайт, дневной доход, размер инвестиций, минимальный, максимальный, активность, то есть сколько дней этот проект работает, и инвестиции, сколько здесь инвесторов, количество и общая сумма, инвестированная в данный проект. В общем-то, очень важная и необходимая информация для того, чтобы инвестор смог принять решение о том, входить ему в данный проект или не входить. Переходим во вкладку «Мои инвестиции». Здесь вы можете увидеть перечень тех инвестиционных проектов, хайпов и прочих компаний, в которых вы участвуете. Вкладка «Активные инвестиции», «Завершенные инвестиции», «Проблемные инвестиции» и «Продажа инвестиций», где вы можете продать свои депозиты другим участникам данной платформы. Переходим во вкладку «Продажа инвестиций». Здесь вы можете выбрать ту инвестицию, которую вы хотели бы продать в магазине инвестиций платформы CRP-центра. Переходим в раздел «Магазин инвестиций», и здесь вы можете увидеть те инвестиции, которые сегодня выставлены на продажу. Находясь во вкладке «Магазин инвестиций», вы видите те инвестиции, которые доступны к покупке.
На сегодняшний день это одна инвестиция. Вот можете выбрать ее, приобрести. И, собственно, все. Идем далее. Пулы инвесторов. Кликаем на эту вкладку, видим два выпадающих списка. Список пулов и создать свой пул. Переходим на список пулов. Здесь мы увидим действующие пулы, которые уже были собраны или которые собираются на сегодняшний день. Видим информацию об этом пуле, цель, минимальный депозит инвестирования, то есть видим, что вы можете от полудоллара даже инвестировать, статус, то есть кто является менеджером данного пула, сколько он уже собрал, количество инвесторов и так далее. И закрытый данный пул или не закрытый. Также вы можете участвовать в пулах не только по проектам, но и по разным платежным системам. То есть вы можете участвовать в пуле по Perfect Money, то есть собирать на определенный проект в валюте Perfect Money. Можете это же делать в платежной системе Payeer и также в Bitcoin. То есть можете в каждой из этих трех валют участвовать в пулах в тех проектах, которые вам интересны. Переходим на вкладку «Создать свой пул». Здесь вы можете выбрать проект и создать свой пул для инвестирования в тот или иной проект. Тем самым вы будете менеджером в данном пуле и будете его курировать в дальнейшем. Выбираете тип проекта, хайп это, долевое управление, либо доли интернет-бизнесов. Нажимаете на вкладку «Создать пул» и создаете свой пул. Переходим на вкладку «Партнерам». Здесь мы видим тоже несколько вкладок. Это партнерские программы, моя статистика, партнерское вознаграждение и рефералы. То есть партнерские программы, здесь вы выбираете тип проекта, ознакомливаетесь с партнерской программой каждого типа проекта. Моя статистика, здесь вы можете увидеть вашу статистику по рефералам, по выплатам, по начислениям. Партнерское вознаграждение. Здесь вы можете установить партнерское вознаграждение для каждого вашего реферала, либо для всех своих рефералов. И переходим на вкладку «Рефералы». Здесь вы можете видеть список всех ваших рефералов, зарегистрировавшихся по вашей ссылке на платформе CRP-центра. Идем дальше. Вкладка «P2P кредитование». Здесь вы можете увидеть активные заявки, создать свою заявку и мои кредиты. Вот три подвкладки данного пункта. Значит, переходим в раздел «Активные заявки». Здесь вы можете увидеть активные заявки на выдачу кредитов и займов. Создать свою заявку можете и мои кредиты, то есть те кредиты, которые вы брали под залог своих депозитов. Вот это основные функции личного кабинета на платформе CRP-центра для инвестора. Можете также перейти на вкладку «Управляющим» и здесь вы увидите другие функции, которые созданы и предназначены для управляющих инвестиционных проектов. Если вы являетесь управляющим, то можете также зайти в этот раздел, нажать на вкладку «Управляющим» и ознакомиться с функциями личного кабинета для управляющих инвестиционными проектами. Для регистрации на платформе CRP-центра вам необходимо перейти всего лишь по ссылке под этим видео, заполнить простую форму регистрации, и вы попадете в свой личный кабинет. Благодарю вас за внимание, с вами был Павел Чернышов и до встречи в следующих видеообзорах. Благодарю вас за просмотр этого видео до конца, и если оно вам понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А если у вас остались какие-то вопросы или есть предложения, то напишите об этом в комментариях к этому видео. Yeah.